В рамках 31-х международных и 20-х московских областных рождественских чтений в Георгиевском храме города Видное состоялась конференция, на которой были рассмотрены вопросы современного храмового зодчества. На встрече присутствовали ведущие архитекторы России. Они рассказали нам об этапах, которым стоит начинать строительство храмовых комплексов, их храмов. И, конечно, те тенденции, которые сегодня присутствуют в храмостроительстве, они тоже приоткрыли нам некую завесу. Член Союза архитекторов России Дарья Родионова рассказала о том, какие понадобятся документы для проектирования, остановилась на современных строительных нормах возведения капитальных и временных храмов и их реконструкции. Это исходный документ для начала проектирования. Без него по-хорошему приступать вообще нельзя, потому что здесь даются ограничения. Дается площадь, допустим, под застройку, все те особые зоны, которые потом придется согласовывать. Член Совета по храмовой архитектуре академик Сергей Гончаров поведал о том, как и какие современные тенденции и технологии дополняют классические в храмовом строительстве и архитектуре.